Сегодня у вас в гостях Донецкий государственный академический театр после балета. И мы приехали к вам для того, чтобы передать привет и низкий поклон. Жизнь идет вперед, и, как говорил Леонид Быков в фильме «Бой идут на старики», война – это категория приходящая и уходящая. А музыка – вечная. У многих слезы на глазах были. Это очень ценно, очень важно, что все-таки душа, она осталась, она с нами, она не раздвоилась, что называется. Она цельная в каждом человеке.
И вот дай Бог здоровья всем сотрудникам и всем нашим военным, которые тут находятся. Я пожелала им добра, счастья, здоровья и сказала, что обязательно победа будет за нами.